президент страны и правительство принимают беспрецедентные меры по защите государства и его граждан от той пандемии, которая сегодня охватила практически всю планету. Сегодня на заседании Государственной комиссии глава государства вновь обратился к гражданам Казахстана и дал конкретную информацию о принимаемых мерах, когда каждый гражданин, лишившийся доходов в связи с объявлением чрезвычайного положения, уже реально получает помощь и поддержку. Только около 2 миллионов граждан за эти дни получили пособие в размере 42 500 тенге. Это очень большая поддержка каждого казахстанца в этих непростых условиях. Надо сказать откровенно, что, конечно же, в первую очередь пострадали те сферы, которые занимаются непосредственно представлением и работают в сфере услуг. Я представляю туристскую отрасль нашего региона. Могу заявить о том, что именно субъекты турбизнеса, которые сегодня терпят самые тяжелые испытания, связанные с тем, что все подчинились указу президента и вмиг закрылись все здравницы, дома отдыха, и турфирмы оказались без клиентов. В этой ситуации каждый из них, не теряя время, уже сегодня думает о том, как и каким образом выйти из этой кризисной ситуации и принять первые конкретные шаги по ускоренному восстановлению своего бизнеса. Мы, как представители уполномоченного органа по туризму, ведем активную работу в онлайн-режиме. Только в Акмолинской области с начала объявления чрезвычайного положения проведены 2 крупных онлайн-семинара, посвященных актуальным темам продвижению бизнеса в регионе. Первый такой онлайн-семинар прошел по очень актуальной теме. Это по цифровому маркетингу и продвижению мест размещения, где приняли участие наши ательеры и объекты гостиничного бизнеса. Мы завершили 2-дневный семинар по гидам-экскурсоводам, к участию в котором были привлечены самые лучшие специалисты нашей страны, ведущие экскурсоводы, ученые, практики, которые в качестве спикеров представили очень актуальные и значимые темы для наших субъектов бизнеса. Этому семинару большое внимание было уделено со стороны министерства нашего центрального уполномоченного органа, которые выступили с приветствием и поддержкой субъектов турбизнеса, участников данного семинара. Мы его проводим под эгидой Международного университета туризма и гостеприимства, как вы знаете, специально созданного по решению правительства в марте прошлого года.